речка в Барнауле, Алтайский край. Полюбуйтесь на пластиковое чудо света. Это вот в центре Барнаула речка Пивоварка, а вот чуть дальше она впадает в речку Барнаулку. Кстати, там вон ребята рыбачат. Здесь же все мусором засрано просто. Это в районе Кутузова. На мостике. Рядом ресторан Кутузов находится, кстати. Сидишь, обедаешь и одним глазком, ну потому что в ресторане Кутузов обедаешь, одним глазком смотришь на великолепие пластиковой речки. Надо будет вручную это все отсюда убирать. В общем, мы подумаем, как это все сделать. И этот пласт желательно не на свалку отправить, а на вторсырье, на переработку. На следующие выходные постараемся что-нибудь сделать вот с этим вот мусором и очистить. Потому что это все далее попадет в опь. Так что не мусорите, начинайте с себя. Вопрос к автору видео. Он правда думает, что туда специально приходили обычные барнаульцы и кидали весь этот мусор? Может, все-таки это профессионалы загадили? В Подмосковье вон таких свалок всяко больше, чем у вас на Алтае. Так или иначе, кто хочет помочь разобрать эту реку, ссылка в описании. Потому что власти Алтая срать хотели и на природу Алтая, и уж на эту речку в особенности. Они профнепригодны, власть.